Всем привет! Продолжаем тренироваться в Mod Combat. И наша следующая миссия – Forest Jogging. What better than Mongol morning jog, especially if someone else does it. For the win! Погнали! Code Combat. Итак, ваш питомец должен совершить 1, 2, 3 круга. Chip on your pet. Show your pet. Окей, что у нас есть? Ваш питомец должен использовать функцию move xy. У нас есть функция dev on spawn event. While true. First move to the left x mark. Pet move 924. Так, это где? Идем сюда. Так, потом pet move 3043. Так, бегать, значит, по часовой стрелке. 3043, потом мы идем 5124. Сразу включим. Move XY. 3043. Возвращаемся начально 35. Move XY 35. Use pet on to handle the spawn event with unspawn. Так, pet on. Функция называется onSpawn. Cheer your pet. Подбравить вашего питомца. Let's do the command below. Так, так, так. Ну, попробуем. Так, сначала сохранимся. И поехали. Ой, проблема. Так, попробуем еще раз. Так, что ж такое? Почему я всегда с пэт? Откуда туда взялась item? Видно, я ничего не где-то скопировал. Так, 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 так. Вот это значит нужно. Так, так, так. Возвращается сюда. То есть раз, два, три. Нужно 4 координаты точки. Так, мы сначала идем отсюда, потом 3043, потом идем сюда, 5124, 5124, и после чего возвращаемся в исходную точку с координатами 36 или 35, там, неважно. Так, ну и заново. Есть, 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 все, нарезали один круг, второй, третий, замечательно. Прекрасно. Все, все, все отлично, все работает. Проверяем. И что он так подвисает? Ну, придется ждать.
Интересно, как влияет включение музыки на скорость работы браузера. Ну что ж, с этой задачей порядок, переходим к следующей.